have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Мне пришлось похавать мясо, потому что идешь ты нафиг! Чертова фигня. Если мне опять придется... Я не могу себе позволить опять тратить психику. Так. Черт. Младенца надо мочить. Может, я от тебя как-то убегу, а? Да, иди, слушай, погуляй отсюда. Мне вот вообще не улыбается с тобой драться второй раз. Какую-то... Как у девочки трясутся руки, она ужасно напугана. Я понимаю, мне нечем тебя откачать сейчас. Находишь стеклянный флакон. Тут только стеклянный флакон, здесь нет полных флаконов. Кусок ткани, это, конечно, все суперски, но, блин. Бутылочка Эля. Я понимаю, что он мне тоже нужен. Ну вот сюда вот сейчас будет важнее влить. Фух. Прямо в последний момент все находится, серьезно. Так, это у нас никак не отображается. О, какое интересное место. Там еще одна эта фигня, с которой я крайне не хотел бы драться. Сырое мясо. 5 огнив. О, это, кстати, хорошая находка. Эта штука нас не видит пока что. Человек, пучеглаз, я тот, кого называют магом, но я не ношу остроконечной шляпы. Как ты тогда можешь называть себя магом? Я продаю магические артефакты, несмотря на то, что для меня они бесценны. У тебя 63 серебряных монеты, на что ты хочешь их обменять? Талисман очищения, камень душ, эликсир разума, эликсир тела. Колдовской камень. Блин, я не знаю, ребят. Ай, блин, факел, черт с ним. Подвеска, поглощающая души. Звучит прикольно, кстати. Талисман очищения мне нужен, но... Так, это я так понимаю, что у нас будет... Аксессуары... Латные наручи. Давай вот так вот сделаем. И... А, у тебя аксессуары... Хорошо, ладно, посмотрим. А, напишите мне... Ой, бутылочку Эля. Хорошо. Просто на месте, чтобы меня миазма не грохнула к черту. Короткий лук. О! Короткий чеснок. Это здорово. Орел, пожалуйста. Спасибо. Восточный парфюм? Что, блин? Малая душа. Грибное рагу. Это не здесь? Ладно, я просто потом на это гляну. Мне бы как-то дальше пройти. Но я не хочу драться с этой фигней. А, ну на меня не нападает. Метательные ножи, круто. Хорошо, есть... Я хотел сказать, есть те, которые ходят, а есть те, которые... Ага, я тогда хочу талисман очищения.
Почему за 10? Там же было написано 5, нет? Сейчас эта фигня отойдет, и я свалю отсюда. Тут у нас торговец, грубо говоря. Иди задницу, слушай. Не до тебя вообще. То есть от этого можно убежать, от того второго тоже, в принципе, можно убежать. Да и от первого, на которого я напал, я на него напал чисто случайно. Я не хотел этого делать. Просто так получилось. Факел, пожалуйста. А что за дыра в стене? Изучить. Ты не можешь ничего не разглядеть. Дыра сама по себе кажется частью здания. Возможно, просто зазор между стенами. Да не бывает таких зазоров. Ощупать. Ничего не нащупываешь. Валим! Хорошо, хорошо. Грубо говоря, можно сказать, что мы сходили довольно удачно. Несмотря на то, что нам пришлось одну вот эту фигню завалить. И это было довольно-таки опасно. Не, мне бы туда пробраться, к балкону. Ну, хорошо. В этом новом мире тут фиг ничего оставит. Ага, сейчас. Иммунитет слабеет. Чё ж вы так голодаете-то все? На тебе за плесневелого бреда. И... Так, что у нас из еды осталось? У нас есть жареное мясцо. На, держи. А, посмотрим, что у нас тут. То есть у меня полное ощущение того, что я здесь был. Когда в первой, во второй серии с нами это случилось. Когда мы ходили по похожему месту. Масло. Серебряные монеты. Шишку. Просто замечательно. Перо. Вы знаете, генератор рандомных предметов какой-то. То есть, come on. Смотрите, сколько там всякого добра. Как мне туда попасть? Это вот здесь нужно как-то справа... Я понял. Счастливую монетку. Ой, блин, давно я их уже не видел. Белый флакон. О, это тоже очень круто. Кусок ткани и палку. Голубой флакон, да! Акульи зубы. Так. Червивый сок. Сырое мясо. Погодите, я синюю траву нашел, серьезно? Так, синюю траву можно с красной смешать, получится очень хорошо. Синий флакон. Погоди, я синий флакон или голубой нашел? Ладно, давайте подлечим волчицу, потому что в любом случае сыр. Сыр это всегда хорошо. Нет, не предмет, а вот скрафтить, пожалуйста, сделать предмет. Синий флакон. Вот, я могу сделать смесь трав. Да. Она нам восстановит очень хорошо хпшку. Это же синее восстановит. Все, что синее, оно, ну, почти что все, что синее, оно здесь восстанавливает хпшку. Так что исходим из этого. Перед тобой грозно возвышается башня бесконечности. Ну, я за нее рад. Курительную трубку. С чем-то или пустую? Похоже, что? Пустячки, похоже, это место используют для хранения ящиков и товаров, которые будут перераспределены в другие части города. Так, 6 серебряных монет. Это, конечно, все здорово. Мне дают полутаться немножечко. Но, блин, монеты это круто. Я могу что-то купить. Нитроглицерин. Мне бы какого-нибудь лутецкого, который прям хороший. Тут и то, не то все, даже не все ящики активны. Пустые ящики, пустые ящики. Так. Капуста! Ха. Кстати, мне же нужно, получается, кубик сюда. Милочка, вы мне хотите сказать, что я кругаля накинул? Факел потух. Да, тут-то мне факел не нужен, кстати. А что это такое? Ну, пойдемте, я схожу.
Минуточку, она называется Башня Бесконечности уже не потому, что по ней можно подниматься бесконечно. Прикиньте, я сейчас помру от того, что я поднимаюсь по башне. Сколько ты ешь? Кстати, там внизу у меня почему-то были какие-то странные пролагивания, не пролагивания, непонятно. Ты кто вообще? Комната заполнена... В комнате лишь одиноко стоит кровать. Эта комната кажется относительно безопасной, настолько, насколько вообще может быть безопасно в этих подземельях. Отдохнуть, конечно. Как только засыпаешь, беспокойные сны сразу поглощают твое сознание. Ты ворочаешься во сне все глубже и глубже, погружаясь в лихорадочные сновидения. Мне не дадут сохраниться, да? Спасибо. Открыл глаза, ты находишь себя на туманных улицах королевства Рондон. Ты уже много раз был тут, поэтому сразу же узнаешь эти улицы, но есть что-то инородное и жуткое в домах и уличных фонарях. Что-то явно не так. Блин, лег поспать. Знаете, это очень подло. Вяленое мясо неплохо. Игра, это очень подло с твоей стороны, потому что кровать... Ой, боевая коса, погоди, это что-то интересное? Нет, не очень интересное. Механика сохранения? Это кровать. Кстати, не тут ли находится еще один кусочек сердца? Вот этот звук, слышите? Факел. Это просто обалденно. А хочу ли я факел? Он сразу же потухнет, нет? Тут... Не надо! Успокойся, пожалуйста. Так, здесь объявление. Пропавшие дети. С начала этого года без вести пропало 13 детей. Если у вас есть какие-либо сведения об этих ужасных преступлениях, просим обратиться в городское управление. За точные зацепки предусмотрено щедрое вознаграждение. Порвать, конечно. Кусок ткани никогда не повредит. Блин, музыка, успокойся! Знаете, как в тех мимасиках? Это обычный побочный квест, все нормально. Циммер. Та-та-та-та-та-та. Вы это тоже слышите, да? Два томата. Там явно кому-то хорошо. Вяленое мясо, сушеные грибы. Знаете, тот самый момент, когда ты слышишь вот это все и такой, ну, мне, пожалуйста... Ой, это Кахара, что ли? Селеста, ты все еще занимаешься этим, несмотря на то, что малыш уже на подходе и всякое такое. Да, но есть ребята, которые заводят такое. Если уж на то пошло, то сейчас мои услуги пользуются спросом у более изысканной публики. Мужчинам точно очень странное создание. Это неправильно, я это не одобряю. Дорогой, не знаю, что и сказать. Мне же надо что-то есть, так же, как и малышу. Я мужик, я должен обеспечивать вас. Не всегда все складывается так, как нам этого хочется. Нет. Всю свою жизнь я плыл туда, куда занесет течение, но все может быть иначе. Мне не должно быть... Мы не должны вечно отдаваться на милость течения или богов. Возможно, у меня есть решение. Пару дней назад подвернулась новая работенка. Достаточно пугающее задание, но оно обеспечит нам годы безбедной жизни. Я отправлюсь уже завтра. Если нет, когда я вернусь, все изменится. Подожди. Если... нет. Когда я вернусь, все изменится. Подожди и увидишь. Дорогой. Просто пообещай, что вернешься. Да, да. Фишка в том, что если бы я здесь был с Кахарой, увидел ли бы я эту сценку или нет? Или кто-то читал романтическую поэзию? Я отдохнуть не могу, не? Черт.
Миазма, давай вот так вот сделаем пока что. Лучше им не мешать. Ну, я, в принципе, так и думал. Насчет лучше не мешать. Это у нас дом Кахары? Я могу сейвануться? Ну, кровать же, ну, блин! Кстати, эту бочку я лутал? Это бочка вообще? Очень странное место. И, блин, я понимаю, ребят, когда вы говорите, что свиток этого просветления, прозрения лучше было оставить на потом. Черт побери, да, я теперь не знаю, где и когда я смогу сохраниться. Смотри, сколько кроватей, но они все бесполезны. Солями в бочке, нормально. Заплесневелый бред. Ну-ка, пойдем. Запах плесени и скрип досок под ногами. Ну, я очень этому рад. Сырое мясо. Кожаный шлем. Бутылочка. О, бутылочка Эля. Это, пожалуй... Ты видишь движение в тенях? Ты кто такой? О, привет. Там какой-то кот, ребят. Глаза исчезли во тьме, из которых пришли. Ты больше не чувствуешь присутствие ребенка или сущности. Ну, тогда все нормально. Перестаньте, коты не могут быть злыми, вредными или что-то такое. Если это был кот, то там явно все хорошо. Порвать кусочек ткани. Блин, факел потух. Порвать. Слегка голодна. Блин, дайте мне траву. Вот столько пучков травы. Дайте мне что-нибудь собрать. Мне зеленая трава очень сильно нужна. Меня сейчас один раз какое-то говно отравит, и все, мне хана. Вы че? Нельзя так поступать. Так. Червивый сок. Фу, блин, у меня уже два таких. Что-нибудь полезное. Тухлое мясо. Этот чувак... ой, черника. Этот чувак явно не что-то хорошее, да? Но я не знаю, хочу ли я с ним бодаться. Ну, пока он меня не трогает, я его тоже трогать не буду. Черт с ним. О, привет, я знаю это место. Вот это все вообще выглядит сейчас немножечко как Bloodborne, что ли. Дверь плотно заперта, так выломай ее к чертям. Я готов, Фальмер, забери. Минечку, это Анке? Я готов встретить свой конец, я этого больше не вынесу. Жизнь больше не приносит никакого удовольствия, никакого совершенства. Я уже достиг предела, который может выдержать это бренное никчемное тело. Нет, ни лучика надежды. Наше предназначение гнить под холодным солнцем, которое боги вызвали, возвысили над нами. Я не могу ничего делать. Что это? Видение. Психоделика. Теперь я вижу, понимаю. Спустите меня быстрее. Вот этот городочек, кстати, интересный. Блин, ну это реально все на Bloodborne сейчас очень сильно похоже. Вы посмотрите, какие-то чуваки с факелами. Их же только что тут два было. Я что-то не понимаю в этой жизни. Так, это я уже лутанул. А, стоп, 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 второе объявление. Здесь объявление. Пропавшие дети сначала... А, такое же. Такое же. Или это оно же? Я уже начал путаться. Так, скажи, что сюда можно войти. Плотно заперто. Да, конечно. Кто же отставит дверь открытой в ночь охоты? Да, ладно. Капуста. Палка. Супер. Сушеные грибы. Окей, я могу еще одну рагу забацать. Ёлки-палки. Ребят.
А может, мы договоримся? Жрец, прошлые тысячелетия мы были во власти древних богов, во власти их правления, но теперь с приходом новых богов пора человечеству взять себя в руки. Новые боги не принесут рай нашей земли. Ребят, вы вообще знаете, что боги это такие существа, ну, не очень хорошие, зачастую. Черт. Жутко? Жутко. Слабеет от голода. Погоди. На тебе заплесневелого бреда. А почему мы-то такие голодные? Погоди, стой. Создать, сделать вяленый. О! О! Я могу вяленое мясо приготовить, могу рогное грибу. Гнилое мясо. Нет, нет, погодите. Яйца с беконом. Так. Да, вот так. Спасибо. Хорошо. Что мне теперь тут делать? И агрессивны ли вот эти чуваки с факелами? Я разве не отсюда пришел? Ничего не осталось? Ничего не осталось. Погодите, ребят, это я Кругаляна вернул. А что мне тут делать-то? Кахару я уже повидал, спасибо. Ну, то есть тут вряд ли что-то... Это очень странно. Некоторые предметы вообще настолько неактивны, что... Лучше не мешать. Дайте я сохранюсь. Я понял, что кровати с этой стороны. Это некий бордель, да? Да. В котором, видимо, работала жена, девушка, женщина Кахары. Не знамо кто. Кахара решил пойти. Ну, понятно, как он здесь оказался. Окей. Более-менее мотивация всех персонажей понятна. Да и вы мне про нее ранее тоже писали. Вот это все неактивно. Хорошо, как мне просто покинуть это место, скажите? Я, мне кажется, увидел уже все, что... У девочки трясутся руки. Это же просто замечательно. А, где там у нас Эль был? Последний Эль сейчас в тебя вбухаем. Моя психика тоже уже начала потихонечку плавиться, поэтому... Черт, факел, на. Так, сюда же я тоже заходил. А, ну да, здесь сущность, и, которая утащила ребенка. Но дальше я пройти... Здесь ничего нет. Дальше я пройти никак не могу. Кстати, а факел со стенки я забрать не могу. Спасибо. Слабеет от голода. Нет, погоди, ты еще немножечко это можешь походить. Капелечку еще. Это я все забрал. Вот это вот линзовидное такое видение. И мне из-за него чертовски плохо видно лут. Если я пропущу сейчас какое-нибудь что-нибудь где-нибудь, это будет очень обидно. Так, в эту сторону. Это одно и то же место, оно закольцовано, да? То есть я сейчас пойду вверх и обойду это все справа. Тут какой-то... А нет, погодите, здесь мы не были. Чумной доктор, вы сами навлекли на себя беду, за грехи приходится платить. Что у нас там по хавчику? Ладно, давай я тебя тоже сейчас накормлю. Вот тебе... Опа! Зараженный. Я проклинаю старых богов. За что они прокляли нас этой ужасной болезнью? Земля сидит и плачет. Кажется, ему очень больно. Еще одно объявление. Пропавшие дети. Спасибо. Все, хорошо, отпусти меня. Лежит на земле, ты можешь видеть, как по его черепу распространяется чума. Это уже мертв. Новые боги положат конец тем временем. Боюсь, что я не доживу до этих времен. Да, боюсь, да. Факел, грязь. Нет, они... Метательный нож.
Они опасны! Сфигали! Ты ходил, ничего не делал! Сфигали, ты сейчас опасен-то! Мне надо сюда пройти, тут лут. Капуста. Эль! О, круто! 5 огнив. Репу. Вот, не зря пришел, хорошо. Почему-то выглядит она не очень хорошо. Черт! Эль нужен был мне. А его придется отдать ей, ладно. Фиг с тобой. У них ниже 50 начинаются все вот эти вот глюки и все вытекающие последствия. Что это такое? Это же ты, нет? Ульф, с тобой все в порядке? Рангвальд, ты пришел. Они пришли, когда тебя не было. Рыцари. Кто они? Кто пришел? Рыцари полуночного солнца. Рыцари полуночного солнца? Да, это... красивый мужчина с волосами прекрасной девы. Этот капитан, он хотел то, что мы привезли из Виланда. Я думаю, мне нужно поспать. Ульф, покойся с миром. Хельда и Бьерн. Да, это похоже наше прошлое. Я понял, то есть, даже если мы пришли бы с Кахара, я думаю, что мы увидели бы эту сценку, потому что это наше же прошлое, то, как на нашу деревню напали. Здесь мы ничего, к сожалению, лутануть не можем. Может, хоть травку какую-то, хоть что-нибудь. Блин. Ох! Давайте без этого. Ой-ой-ой-ой-ой, давно такого не было-то, а? С самого начала игры такого не было, валим отсюда. Нас игра отсюда прогоняет. Говорит, давайте быстро выметайтесь отсюда. Но как... как отсюда выйти? Факел потух. Да-да-да, лазь становится ближе. Я не хочу, мне сейчас не нужен этот бой. Пятна крови, пятна крови. Ты внезапно просыпаешься, чувствуешь, как холодный пот пробегает по твоей спине. В комнате лишь одиноко стоит кровать, эта комната кажется относительно безопасной. Оторвать ткань. Что я могу сказать? Черт! Махабра. Башня бесконечности. Блин, а что будет, если я еще раз попробую там поспать? Расскажите, пожалуйста, это будет трата времени, если я там еще раз попробую поспать, или мне откроется что-то новое, или я просто теперь смогу сохраниться. Что это такое вообще? И с чем это едят? Эта серия очень загадочная, я бы сказал. Проблемы с психикой нам-то, кстати, это не решило до сих пор. Если я сейчас уберу, то что? Где я окажусь? Эта башня теперь будет в этом же мире, да? Ну, то есть, в смысле, в темном мире. Факел, пожалуйста. Огнив и тряпок мы понабрали. Поэтому я думаю, что сейчас можно походить с факелом, поскольку наша проблема сейчас заключается именно в психике. В ее отсутствии полнейшем. Что будет, если я в этом мире подойду? Ой, может, в этом мире я смогу сохраниться на этой кровати? Да, интересно. Куб работает как портал, который перемещает нас из одного... Ой, тут можно помолиться. А кому? Альмеру? Почему-то мне это кажется наиболее безопасным. Ну, на самом деле я могу и ошибаться. Стенка. Стенки потрескавшиеся, кстати. О, это у нас хороший сейф.
Сейф без монетки. Фух. После такого путешествия. Или это у нас будет постоянный хороший сейф? Круто. Блин, на самом деле я доволен. Я морочил себе голову. Где же мне сохраниться-то на этот раз? Видимо, вот он, выход. Можно в эту башню ходить. В нее, правда, пока заберешься, подохнешь нафиг. У тебя просто пальцы отвалятся от клацания по кнопкам. Не знаю, кстати, интересно, как в эту игру было бы играть на геймпаде? Хм. Кто там слабеет уже от голода? Волчица, перестань, на тебе гнилого мяска. Пожуй мясца. Рыцарь королевства Рондон. Изучить. Она напугана, ее тело сплошную месиво. Если быть точным, она мертва. Похоже, ее ребра были раздавлены какой-то мощной силой. Опускать. Латные доспехи, длинный меч. А также находишь с ней два синих флакона. Да! Так, погоди. Латный доспех. У меня теперь их два. Так, шинель. Шинель — это лучшее, что я могу на тебя одеть, да? Голова. Кожаный шлем. На тебе... капюшон, наверное. А у тебя на голове что-то есть? У тебя на голове капюшон? Возьми кожаный шлем. А у меня на голове что? А, у меня корона, да. Корона — это хорошая вещь. Что за дверь? Древние двери. Изучить. Резьба на дверях, кажется, и иноземная, ее создала неизвестная цивилизация. Однако здесь относительно свежие отметины, сделаны, скорее всего, расхитителями гробниц, что забрали слишком глубоко. В них говорится что-то о старом проходе. Открыть. Двери остаются неподвижными. Камень, из которых они сделаны, выглядит крепким. Выломать их точно не получится. Но это интересно. Белый флакон. О, тут что-то есть. Счастливую монетку, спасибо. Это прикольно, это всегда хорошо. Мы сохранились очень удачно. У нас тут потом валяется рыцарь с двумя хилками. У нас тут прям рядышком с сохранением. То есть, когда я загружусь, если я не найду какого-то нового сохранения. Ой, блин, там какая-то фигня. С фигней придется драться. С корабей. Черт! Тебя! Я без миазмы. Флакон с водой, белый флакон. Давай метательный нож в тебя кинем. Отличное начало, промах. 96. А что это такое этот? Ай. 107. Атака. Черт с тобой. Давай посмотрим, насколько ты сильный. Да хорош мазать-то! О, на 580. И ты не... А, ты сдох. Все. Я хотел сказать, и ты не сдох после такого удара. Где твой труп? Обыскать. Не было ничего ценного. Освежевать. Слишком твердый для ножа. Черт, факел потух. Ударить. Он меня один раз ударил. Это... Так, тут у нас все облутано уже, да? Страх подступает. Спасибо, блин, я знаю, Карл. А что я сделаю? Ну, то есть, камон. О, там какой-то... Туда можно спуститься. Здесь немножечко... Я знаю, что страх подступает. Спасибо, я ничего не могу с этим сделать. 30, блин, 4. Мы ни бочек с вином не нашли, ничего. Тут точно ничего нету. Так-то я тут лутал уже все. Мне бы вон туда. Ай, черт.
факелом похожу пока что. Так. Ну да, тут у нас вот этот другалек. Мы тогда единственное, что не попробовали, это попробовать зайти в эту дверь вот сейчас. Но дверь запечатана, не сдвинуть с места. Здесь есть резная фигура, которая, кажется, изображает богов. Входящий в дверь проем на человека остается снаружи. По крайней мере, так это интерпретируешь. Изучить. На двери также есть углубление в виде королевской короны. Предположительно, еще один ключ. Так. Знаешь что? Капюшон. Свет просачивается. Открыть. Двери стоят неподвижно, камень, из которого они сделаны, выглядит крепким. Выломать их точно не получится. По крайней мере, так, изучить. Так, у меня есть корона, вставь ее туда, пожалуйста. Черт, я-то думал, что... Ну, вот знаете, вот такие вот моменты реально печальные, потому что ты думаешь, о, вот, я нашел то, что мне нужно. Фиг там. Хорошо, а если я вытащу куб сейчас, что будет с вот этой дверью сбоку? Ну, не будет, да? Или... О, мы же сюда не ходили, по-моему. Вот в этом вот положении. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. В темном положении мы сюда не заходили. Ой, там какая-то фигня. Я меч не переодел! Блин, в макароне находящий, а ты что вообще? А, это повелитель мух, кстати, мне его шкура нужна. Ай, это так обидно, я меч не переодел. Так, ноги мы ему отрубили. Да, ну в смысле же ж промах же ж ты, ну блин, ну... Нет, ну хорош! О. Тупо хпшку нам потратил. Так, обыскать. Монокль. Очень неожиданно. Освежевать. Мех повелителя мух. Нам там что-то нужно было для... Нет, погоди. Сделать броню. Кожа гуля, кстати, мы можем сделать. Не знаю, зачем она нам. И количество. Мех повелителя мух. Одежда из шкур. Давайте посмотрим, что за бронька у нас получилась. Латные доспехи. Одежда из шкур, кожа гуля, кстати, неплохо. Но оно все хуже, чем сделан с освежеванной шкурой, маскирует запах носителя чудовищ и звероподобных созданий. Вот, это прикольно, это, кстати, хорошо. Так. Где у нас там была смесь трав? Синие флаконы, это, конечно, все здорово. Смесь красный и синий. Вот, отлично. И теперь вот так вот сделаем. Это очень интересно. Этого парня мы с вами еще не трогали. И в этой части в темноте мы еще не были. Там был торговец. А что теперь будет здесь? Ты кто вообще такой? А, где он у нас там? Глаза мрачный рыцарь внимательно наблюдает за тобой, но сам он не реагирует. Приветствую!
Нет, ответ. Чувствую, что рыцарь уже давно потерял свой разум. Ну зачем мне его тогда атаковать? Ну, типа, он не агрессивен, и мне... Так, салями. У нас обходной путь также и остался. Что? Ты вообще кто такой? Я даже его трупа не вижу. Тут у нас сидел продавец, которого сейчас нет. Обрушился его, заставляет тебя... Это заставляет тебя задуматься, как древнее место еще не рухнуло. Ты можешь... Давай, давай. Я не вижу просто прохода дальше. Мне кажется, что это наш единственный путь сейчас. Тут точно ничего нету. Мне срочно нужно где-то достать или... О, может быть я... Стойте, а табак? Я же подбирал трубку, может у меня и... табак где-то какой-то, не? Нечего положить, спасибо. То есть я нашел 4 труб. Все стало еще лучше. У меня есть, кстати, черника. И у меня есть еще один синий флакон. Ладно, ситуация с хилкой пока что чуть-чуть получше, более-менее нормально. Орешка. Зачем я сказал? Да, это была орешка, я просто нажал орел. It's empty, спасибо. Черт, я думал, это будет проход дальше. Это просто бонусный сундук. Который я к тому же ищу. Да идешь ты! Зачем я тебе? Ого! Вот это было сейчас красиво. Вот этот хедшот на 683, он был очень кстати. Опускать. Короткий меч, длинный меч, мрачный доспех и мрачный бацинет. А освежевать нет смысла. Освежевать рыцаря, это понятно. Ударить, никакой реакции, у тебя слегка болит нога после удара. Кстати, такое же было у нас и с рыцарем подземелья. Погодите, что за сайт броньки мы нашли? Щит с пауком, щит с орлом, капюшон. О, мрачный. Спасибо. Мрачный доспех, он лучше. Да, спасибо. Да зачем я это сделал? 75, 132. Боевок 155, 77. Кстати, лук. Ладно, пока что акульи зубы, щит 36-31, вот этот, голова, вот эту кастрюльку оденем, мрачный доспех, аксессуар. А, восточный парфюм, вот что это такое. Бутылочка восточного парфюма, он привлекает чудовищ и зверей всех видов. Привлекает! Спасибо, монокль. Немного повышает точность носителя. Латные наручи, тупо броня. Защищает от потусторонних, да, давай, хорошо. Ты у нас. Щит ты не носишь, кинжал. Рука скелета? Серьезно? Я могу и вместо кинжала дать руку скелета? Немного повышает точность. Так, погодите, а кукла в одной из тюрьмы изображает... Взгляд на нее бегут мурашки. Я ей, пожалуй, ничего не буду. Это так. Кожаный шлем, на тебе корону. Платные доспехи. О, кстати, а черное одеяние это вполне обычная одежда черного цвета. Пещерной матери. Так, хорошо. В принципе, мне такой расклад немножечко устраивает. А почему ты на меня накинулся-то, дружище? Что я тебе сделал?
Хорошо, ладно, ладно, ладно. Это не отменяет моего вопроса. Чё теперь-то? Ну, то есть, прям реально, а чё теперь? Мне нужно как-то дотянуться до того рычажка. Да, девочка напугана, я понимаю, мне нечем тебя успокоить, девчуля. Я, наверное, даже сейчас и сохраняться-то не буду, потому что у меня сохранение достаточно недалеко, мне пару боев провести, причем, которые я могу сделать, наверное, более успешными. Хотя с рыцарем мы довольно неплохо разобрались, и сюда к рыцарю точно нужно будет сходить. Просто я, наверное, не хочу сохраняться вот в таком состоянии, когда у всех разум вообще нулячий. Мне вон туда нужно как-то что-то, а вот как туда попасть, я не знаю. А, погодите, куб же сюда можно вставить, нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тут же отверстие для куба. Но я ничего не могу с ним тут сделать. Хорошо. С вот этим вот другальком надо что-то. Человек, та-та-та-та-та-та-та. С чего я должен начать? Ты не достоин пройти через врата бесконечности в этом испытании. Ты должен познать великие муки только через эту боль. Да-та-та-та-та. Только тогда Голем никак не реагирует на твой вопрос. Похоже, человек. Неважно. Да зачем ты на него нажимаешь? Ну, ну ладно, это я нажимаю. Просто отойди. Все. Не кликай на него. Ну, по сути, у нас обе дороги сходятся сюда. Два факела я зажег, без понятия для чего, но мне кажется, для чего-то. Что теперь? Да, ребят, я, наверное, буду заканчивать на этом серию. Я не пойду сохраняться второй раз. Я, наверное, предпочту загрузиться, быстренько сейчас пробежать все это еще раз по новой, потеряв, пожалуй, поменьше всего. Ну и все. Все, ребят, давайте пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.